Привет, путник! Ты удачно заглянул в обитель канала Гильдии Геймеров. С тобой мистер Никто. И мы продолжаем юзать мод Skywind для Skyrim Special Edition. К сожалению, главный квест мне не удалось пройти. Я запоролся на доме Ридоран. Вот, не стал наставником, к сожалению. Там дальше квест не двигается, и наставником мне не получается как-то стать. Поэтому мы давай с тобой начнем заниматься, проходить побочные квесты, смотреть, что да как. А плюс к тому, при прохождении главного квеста на меня там на каком-то этапе начали нападать стражники. Значит, дома Ридоран и стражники дома Хлаалу. Вот эти в костяных доспехах. Вот, что тоже не очень удобно. И все начали, в общем-то, из-за этого на меня агриться. Поэтому мы с тобой давай начнем проходить побочные квесты. Начнем с прохождения квеста за дом Хлаалу, поскольку он находится в Бальморе. И мы находимся тоже в Бальморе. Вот, мы находимся в подземелье, которое я специально добавил под дом Кайка Садеса, чтобы здесь кое-какие предметы набрать, собрать экипировочку, которой нету, к сожалению, в Скайвинде. Вот, ссылку на это подземелье я тоже оставлю в описании. Оставлю, да. Язык заговаривается. И, значит, что, погнали в Бальмору? Так, вот у нас Кайка Садес нас ожидает, но мы пока к нему не будем. Значит, никакие бумаги ему не будем отдавать. Чтобы не провоцировать ничего такого, то будет еще говорить, что я тут имперский шпион. Я играю на легендарном уровне сложности. Также я добавил, значит, режим выживания. Также у нас из провизии есть, сейчас скажу, из провизии у нас есть, чтобы мы не сдохли от голода, козьи окорока, козьи окорока 190 штук. Вот, а также... Чтобы эти козьи окорока, значит, экономить, у меня есть кольцо Намиры, вот, которое позволяет нам пожирать трупы врагов. Вот такая вот у нас опасная бабенка. Значит, давай пристанем к какому-нибудь стражнику Хлаалу и узнаем, кому нам обратиться, куда идти вообще, чтобы вступить в дом Хлаалу. Слышь, Чувырла, давай, может быть, вот так вот ты пойдешь на превьюшку. Отлично, снято. Птичка вылетела. Так, присоединиться к дому Хлаалу. Отправляйся в поместье Совета Бальморы. Да ёб твою за ногу, а. Он находится на холме в западной части города. Так, давай. Это вот, наверное, он и есть. Я так полагаю. Да, особняк Совета, значит, вот этого. Давай спросим у какой-нибудь еще тетеньки. Здрасте, Имар. Здравствуй, Имар. Значит, я хочу присоединиться к дому Хлаалу. Говори с Нелена Дарвайн. Так, а давай-ка посмотрим, где ее найти, эту Нелену. Нелену не видели здесь нигде? Не свистите, денег не будет. Нелена где? Мне нужна та, что не Лена. Нелену не видел? Куда она делась-то? Нелена Дарвайн, вот она, смотри-ка. А, так, отлично. Присоединиться к дому Хлаалу. Да, ты достойный кандидат. А мы принимаем всех, кто хочет присоединиться к нам, даже чужестранцев. Тебе это интересно? Естественно, да. Это точно. Помни, что если ты принесешь клятву верности дому Хлаалу, ни один другой великий дом не примет тебя. Ну, я потом, когда пройду главный квест, я загружусь на старую сохраненку, и мы пройдем с тобой еще... Квесты за дома Ридоран и квесты за дома Телвани. Дом. Окей, да, да. Ты также можешь ознакомиться с нашими правилами. Если ты точно хочешь присоединиться к нам, скажи да. Да. Да, мне хотелось бы присоединиться. Очень хорошо, теперь ты принадлежишь дому Хлаалу. Когда подготовишься, мы сможем обсудить дела и твое продвижение по службе в доме Хлаалу. Отлично. Так, давай-ка дела. Одну минутку, повторите еще раз. Повторите еще раз. Какая удача, ваш голос ужасно похож на голос Фелсена Сетандуса из дома Ридоран, который совсем недавно умер. Вы согласитесь пойти в дом Ридоран вместо Ралмирии Сарам?
и получить у них приказы. Потом вы должны будете принести эти приказы мне. Вы. Окей, давай. Так, он, короче, шлем мне дал, там диалог пропустился. Когда она спросит, что вам нужно, скажите, что вы ардонезийский сирота. Неминда передаст вас, вам закодированное послание. Вы принесите его мне. Хорошо. Так, финальный шлем получен. Так, нам нужно отправляться в Вальдрун. Пойдем, значит, на остановку сил спрайдеров. И там же, наверное, в какой-нибудь таверне мы здесь там и поспим, потому что у нас усталость растет, потому что это же ведь мод на выживание. Тут не все просто так. Я себе кое-какую экипировочку улучшил, добавил, чтобы нас... Ну, слышь, это не я воняю, это не я. Ну, ты сама посмотри, грязная, вонючая. Блять, в обмотках каких-то входишь и еще это... Не приставай. Я не пристаю, ты че? Ты ж сама грязная, помойся, он, сходи, тут речка есть рядом. Мыло купи, купи кусок. Для вас мы организуем специальный тур за ту же цену. Спасибо. Так, давай. Путешествие. Куда бы хотели отправиться? А, в Вальдрун поехали. Надеюсь, мы не попадем в пепельную бурю. Ну, надейся. Ну, в принципе, может, и попадем. Стой, ты пойдешь на аватарку. То есть на эту, на превьюшку. Вот так вот, спасибо. Все, поехали. Смотри-ка его, как раз успел сфоткать, и мы как раз в Вальдрун отправились. Когда вы голодны, вы немедленно размахиваете оружием и блокируете меньше урона щитом. А, медленнее. Нихера себе. А может быть, вот этого орка добавим на превьюшку. Очень неплохо выглядит. Так, вы замерзли, ваше общее здоровье уменьшилось. Это отображается как темный участок на индикаторе здоровья. Замерзнув, вы будете двигаться медленнее. Постойте у костра или перейдите в более теплое место, чтобы согреться. Значок солнца или снежинки возле компаса показывает, становится ли вам теплее или холоднее. Чтобы замерзать не так быстро, можно надеть теплый доспех. Вам станет теплее, если съесть горячего супа или взять горящий факел. Поедим козий окорок. Кстати, мы плюс к тому здесь поищем какую-нибудь еду моровинскую. Поскольку у меня козьих окороков-то не очень много. Так, нам нужно отправляться в Вальдрун, то есть в этот, в Скар. Скар, наверное, вот это все большое. Вальдрун, окружное поместье. Так, давай-ка мы оденем шлем, одежда... Шлем. Тепло 18. Угу. Как я выгляжу? Уёбищно. Пойдем. А кто мне здесь нужен? Давайте посмотрим. А, так. Доклад это вы обойдетесь. Получить посылку от Неминды Вальдруни. Ага. В маскировке вон он у Неминды Вальдруни, сказав... Так, угу, кодовую фразу «Аронезийский сирота». А где ее искать, эту Неминду Вальдруни? Альдрун-то большой. Может, пойдем в совет? В совет дома Ридоран? Может, это Неминда там? Может, у стражников спросить? А, вот смотри-ка. Блин, вот это вот значок, он как бы, ну, не очень. Интересно, эту метку можно отключить где-нибудь? Пацаны, где? Ну, хотя ладно. Разрушается весь дух Моровинда оригинального, когда ты, когда вот тут вот это вот все, вот это вот, Неминда. Так, я, значит, это ардонезийский сирота, где он здесь, вот он. А, ну конечно, Риалмирея, вот твои распоряжения, они закодированы, разумеется, доставь их в Маарган, как обычно. Не вопрос, вернуть посылку Нелена Дарваем, да, пойдем. Задание выполнено. Сейчас мы даже повышение получим. Задание, так сказать, выполнялось всего минут 9. Я думаю, нам дадут какое-нибудь задание посложнее, поскольку это задание какое-то короткое совсем. Так сказать, вынь да положь, мальчик на побегушках. Нам нужна какая-то более серьезная работенка. Недаром же ведь я прокачивал нашего персонажа, чтобы она была сильной вообще бабища.
И там даже лук, арбалет, стрел, короче, добавил. А значит, классный кинжал дал. Чтобы можно было подходить и сзади, и клинком ассасина делать всякие дела. Давай поспим. Хоть делать-то. Мы получили все, что нам надо. Давай поспим, короче, в этом шлеме. Вот тут находится, значит, трактир Альцкар. Готов. Так, ну давай. Насчет кровати спросим. Может, купить еды удастся какой-нибудь. Слышь, ты заведующий здесь. Здрасте. А, значит, на мне нужна... кровать. А где кровать? Кровать. Да, у нас есть она свободная. Стоит 10 золотых нас за остаток дня. Будешь брать? Окей, давай. Прекрасно, кровать твоя. Наслаждайся пребыванием здесь. Ну, ладненько. Даже не знаю. Пойдем, поспим немножко. Там потом сожрем козий окорок. Какая кровать-то моя? Принадлежит не вам, блядь. А это тоже не мне. А где моя кровать? Девушка из таверны смотрела на меня. Странное. Как мне ей сказать, что она меня не интересует? А моя кровать-то где? Шашев какой-то. Тоже не мне. Тоже не мне. А где моя? А где моя койка-то? А где койка-то моя? Я за нее деньги заплатил. Эй! Блин, какого лешего? Бля, смотри-ка. Ни одна кровать не моя. Могу спать? Не моя кровать. Да ёшкин ты анекдот. Да блин. А моя-то где? Мы ж, по-моему, все кровати посмотрели. Тоже не моя. Может, здесь что-то есть? Нету? Может, где-то наверху? Ну-ка, может быть, куда-то сюда заглянуть? Нет. А, погоди, может, здесь еще есть где-то вот здесь внизу? Пацаны, мою кровать не видели случайно? Да вроде бы здесь. Че, на кровать-то мою смотришь или нет? Кровать где моя? Да ну его в жопу, эту таверну неблагодарную. Деньги содрали мошенники, а кровать, блин, не моя везде. Пойдем поспим где-нибудь в другом месте. В храме в каком-нибудь. Где тут силспрайдеры? Неблагополучный район, я бы сказал. Очень неблагополучный. Смотри, мошенники на каждом шагу. Деньги дерут, как этот самый. Для вас. Путешествие. Бальмара. Все, нахуй, поехали отсюда. Деньги дерут, как будто бы я первый раз в Москву приехал. И нахожусь, значит, на Киевском вокзале. И не знаю, что здесь вообще, да как. Такой с открытым ртом. И мне такие, о, смотри, сейчас мы тебе это, подгоним тут какой-нибудь там московский презент ты выиграл там и все остальное, бытовую технику какую-то. Для вас мы организуем специальный... И сразу, так, вы очень холодно, вы изголодались, вы устали. Хуёво, я бы сказал. Может быть, в совете дома Хлалу мы где-нибудь поспим? Давай там посмотрим. Хорошая идея. Мы ж вроде бы уже свои кореша. Соответственно, нам должны предоставить наш ночлег. Что это за место такое? Тиравелла поместье. Так, где это бабёнка? Слышь, не нападай, мы свои. Ты здесь? А, смотри, спальник, давай-ка поспим. А, значит, давай часов 5, наверное. Во, нормально вообще. Давай еще какой-нибудь козий окорок наш съедим. Бля, ты смотри, какая... О, отлично. Так, и... Убивый
бабенка наша. Так, у тебя сопротивление не Минды? Запомни ключевую фразу. Арнезийский сирота. Да-да-да. Ну что, у тебя есть распоряжение от Неминды? Да, вот они. Да, это вот именно то, что мне и было нужно. Отличная работа, оставь себе этот шлем. И возьми эти 500 дрейков за отличную сделанную работу. Бля, охуенно ты, смотри-ка. Мне даже 500 золотых дали. Великий дом Хлаалу, начало. Так, давай. Получить звание слуги. Ну, бля, давайте повышение. Да, вы, безусловно, заслужили повышение, поздравляю. Ага, выполнено. Так. А дела теперь? Наденьте шлем Фелсена Сирандуса и скажите Неминде Вальдруне арденезийский сирота. Чё, дура, что ли? Я ж уже сказал. Хрень, Неминды уже у меня. Ну? Где этот раб? Повышение. Никто не сомневается в вашей способности делать дела, но пока у вас просто недостаточно опыта. А соединиться. Так, ты уже принадлежишь к дому Хлаалу. Ну, требования. Так, дом Хлаалу предназначен значение собственности и ее защите, а потом уже важное владение навыком безопасности. Так, ага, у нас смешка, советники Хлаалу, Невена Улис. Ну, дела давай. Тебя ж уже надел. Что за дела такие? Получить звание слуги. Ну, готово. И чё? А чё мне дальше делать? Может, у кого-нибудь другого спросим? Здрасте. Так, это не то. Здравствуйте. Хлопоты. Это все заклинатели демонов. Они застали нас врасплох. Телвани разбросали свои мелкие отряды по всему острову, а мы почти не противились этому. И теперь их не просто будет выкорчивать. И теперь их не... Ага, это будет стоить денег и жизней. Но лучше потратиться сейчас, чем когда станет слишком поздно. Свежий... Ага, Арвасдрен. Дела. Если хотите поговорить о делах, поговорите с Нильяной Дарвайн. Блин, я ж уже... А хули она мне не дает-то никаких дел? Я чувствую, что кто-то за мной наблюдает. Ну и чё? Дела давай. Может, подкуп? Спасибо, давай. Драмбелла. Хэштон живет где-то в Вивике. Невена Улис. Угу. Советники. Окей. Дела. У меня есть арденезийский сирота. Странно. Может быть, мне еще раз надо туда съездить? Или просто дальше квест не работает. Странное дело. Пакет мы ей отдали. После этого, значит, пакета... она нам должна дать еще один квест. Интересно. Что не работает? Может, надо шлем снять? Дела. Повышение. Присоединились. Требования. Может, надо поспать после этого? Может, подождать? Ну да, поспим. Ну-ка.
Да, дальше, короче, квест не работает, к сожалению. Дальше квест не работает. Ну что ж, квест не пашет в доме Халаалу. Поэтому... Давай-ка мы тогда отправимся. За дом Халаалу квест не... линейку квестов не удастся пройти. Поэтому... Давай-ка мы на этом закончим. Это ужасный прикид. Флэш, я тебе. Давай-ка на этом закончим. В следующей серии попробуем присоединиться к дому Ридоран. Вот. И попробуем тогда выполнять квесты за них. Если, может быть, у них будут квесты работать. Подписывайся на канал, ставь лайк, вставляй комментарий. С тобой был мистер Никто. Вот. Еще раз подписывайся на канал Гильдии Геймеров, вступай в группу ВКонтакте, ссылка в описании. Вот. Также ссылка на плейлист по Skywind тоже в описании. Всем пока!